Кошка родила на клумбе котят. И одного котенка занесла уже под крыльцо. Остальных мы успели сложить в коробку. Сейчас пытаемся вытащить как-то одного котенка. Да, моя хорошая. Все, она уже села. Хорошо. Приехали из ЖЭУ. Сейчас будут вытаскивать ребенка. Поможем. МЧС перебросила все на администрацию Дубны. Сейчас попробуем. Маму мы уже достали, котят тоже. Остался один котенок под низом. Так, где это дитё у меня? Вот оно. Вот возле этой доски. Сейчас, ребята, постараемся достать. Осторожно, осторожно, давай, да, осторожненько. Ой, господи ж ты, боже мой. Ой, ты ж мое дитё, ребята. Ура! Сейчас ребенок поедет к маме. Мужики, дай вам Бог здоровья, спасибо. Как тебя зовут? Илья, миленький, от всего сердца. Дай Бог здоровья, мой хороший, спасибо. Ка, подержи в руке. Вот, ребята, мальчик его спас. Спасибо, мой хороший. Сейчас, мой хороший. Все, мы едем. Все. Все, мой золотой. Все. Ура. Все, мой хороший. Маме. Да-да-да. Приедет в приют ребенок. Сейчас, мой золотой. Сейчас, мой красивый. Все, главное, ребенка достали. И дай Бог, чтобы твой путь был счастливым. Это пока временно, пока подготовим клеточку, пока в большой переноске разместили. Друзья. Все. Тараканы маленькие. Друзья, лохматая душа от всего сердца, от всей нашей лохматой души выражает благодарность МЧС России по Чеховскому району. Я благодарю искренне всех работников, кто откликнулся и помог, связал и направил. Самая искренняя благодарность. Спасибо за спасенную жизнь. Спасибо за то, что ребенок сейчас рядом с мамой. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Искренняя, самая искренняя благодарность МЧС России. Спасали одного котенка с мамой. А получилось, что спасли двух мам. У другой мамы три котенка. Ребята, и обе мамы из одного дома. Из одного дома. Что, моя золотая? Ты умница, ты красавица. Друзья, неважно, где мы работаем, неважно, в каком достатке мы живем, но быть человечным, быть добрым – это обязанность каждого человека, каждого живущего на этой земле, в этом мире. Друзья, не бойтесь посылать маленькие суммы. Не бойтесь, потому что из капель складывается море. Точно так же из ваших пожертвований складывается жизнь наших бездомных животных. Друзья, пожалуйста, отзывайтесь. И поверьте, добро всегда вернется. Кому-то вернется достатком, кому-то здоровьем, кому-то счастьем ваших детей и внуков. Спасибо вам огромное, друзья. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что поддерживаете нас. Спасибо, мои дорогие.